уже вовсю принимают подарки и добрые пожелания в свой адрес. С наступающим 8 марта накануне поздравили прекрасную половину Октябрьского района Барнаула. Это, я считаю, самый любимый праздник страны. Почему? Не только женщин. Потому что мужчины с радостью любят поздравить нас. Красивые платья, прически, ведь день особенный, предпраздничный. В зале более 300 очаровательных женщин и девушек, врачи, педагоги, представительницы ТОС, ветераны крупнейших коллективов района. Стихи, музыка, слова поздравления из уст мужчин звучали только для них. Милые дамы, дорогие женщины, самые обаятельные и привлекательные, иногда усталые, но всегда самые лучшие. Я поздравляю вас искренне с этим наступающим весенним ярким праздником, днем 8 марта. Желаю вам счастья, успехов, море тепла, уюта и любви. Самые яркие весенние композиции подарили дамам музыканты Русского камерного оркестра, а самые продолжительные аплодисменты звучали после выступления юной скрипачки Елизаветы Новиковой. И это подарок от главы района.